За ходом игры на трибунах следили более 6 тысяч зрителей. Среди них и глава региона Вениамин Кондратьев. Уже после игры в своем твиттере он поздравил наших спортсменов с победой, отметив, что баскетболисты «Локомотив Кубань» показали отличную игру. Краснодарский «Локо-баскет» разгромил итальянскую «Реджо Эмилию» в первом матче полуфинала Еврокубка со счетом 82-65. Поздравляю с блестящей победой. Счет в серии до двух побед 1-0 в пользу российского клуба. Самым результативным в составе победителей стал игрок Брайан Квали. Ответный матч пройдет 23 марта в Италии.